когда монтируешь в дороге, идет полное погружение в работу. Вот я вроде только что был в горах, тут снимаешь наушники, бац, и ты в Чунцы не улезешь дома. А сколько минут пешком? Пешком, ну, часов 6, наверное. Это курица, жареная в глине.好带，反正这个要会来到小儿观察服务去。好，可能讲到小儿观察服务啊，哎，你说那个要收钱了，好，你可能心里不让那个，但是你需要啊。那个是如何红米？如果找不到红米，就是用机械染红都得行啊。Hello. главное идти медленно и уверенно. Thank you.
В общем-то, это вот самый центр Чунцина, полная противоположность тому, что мы видели в Цичико. Огромные дома. Сидит, устал от работы. Просто созерцает такой свои труды. Давай, 7 билетов. 28 юаней. Понимаешь, как кишка отбивается, да? Спасибо.